Ходьбы на руках обязательно работают кисти, работают пальцы. То есть, когда стоишь на руках, вот, баланс ловим всем телом, включая даже пальцы. Пальцы в пол вбиваются. Чуть понесло вперед, мы надавили пальцы, поднимались. Чуть понесло назад, весь вес перевернули. Чем больше площадь соприкосновения с полом, тем стабильнее мы станем. Из этой позиции поднимаем вверх, не крутя рукой, то есть мы угол сохраняем. Выпрямлено полностью плечо вперед, и лопатка работает, максимально уведена рука. Это все должно проходить очень плавно. А дальше руку шли. Плечи вверх подняли, колени тянем к груди. И перенеси вес вперед. Вот, Никита, молодец. Даже той секунды, то, что ты стоишь, этого достаточно. Руками уперлись. Собираемся на руки, носочки натянуть. И просто перебрасываем ноги за счет веса. Правило в этом упражнении одно. Ваши руки не должны уходить назад. Вот так это легко сделать. Ваши руки должны быть где-то на середине бедра. Упертыми здесь. И чем они будут ближе к коленям, тем вам будет сложнее. То есть, опять же, мы увеличиваем нагрузку от середины бедра. И так далее. Вот. Да, только чем ты сильнее вперед наклонишься, тем сложнее. Руки не просто так не стоит. Руки пальцы расставили, пальцы в пол сразу. Вот, подходим. Носочки натянуты. Вот касается стены. Натянуты. В каждом движении носки натянуты. Пресс, попа, все напряжено. Руслан, отлично. Две руки. Мы переносим на две точки опоры, коснулись. На две точки опоры, коснулись. Вот так, когда вы видите. Лицом к стене это сделать проще. Мы стоим. Вот, коснулись. Перенесли вес. Касание. Перенесли вес. Ножки вместе.